Между казахстанскими городами официально сняли блокпосты. В Нур-Султане и Алматы их установили 19 марта, когда города закрыли на карантин. В целом же по стране функционировало порядка 400 пунктов пропуска. За весь период действия режима ЧП полицейские проверили свыше 3 200 000 транспортных средств и порядка 5 миллионов пассажиров. С сегодняшнего дня границы между городами открыты, и теперь люди могут беспрепятственно передвигаться на автомобилях, а с 5 июня и на автобусах. Но при этом карантинные меры продолжают действовать. Всем необходимо соблюдать масочный режим и придерживаться социальной дистанции.